Подарок в жанре народного творчества. Конкурс муромского телевидения «Город былинный Муром любимый» завершается. Одна из последних его участниц – Александра Агафонова и ее признание в любви. Во-первых, голос хороший. Вот. Во-вторых, как, ну, в общем, нормальный певец. Нормальный певец. Тем более, еще и сочинитель сам, собственных частушек. Владимир Николаевич – гармонист со стажем. А теперь еще и главная поддержка новой участницы конкурса «Признание городу». Александра Васильевна родилась в деревне Выползово. В семье подрастало 5 детей, и нужно было перебираться в город. Так семья Агафоновых стала муромской. Больше всего 84-летней конкурсантке нравится любоваться городом. Так хочется по Мурому проехать. А что бы хотели посмотреть? Все дома, все, ну все бы. Особенно там, где вот Ленин стоит, там уж больно хорошо, красиво, очень красиво там. Город Муром наш старинный, ой. Сегодня на творчество Александру Васильевну вдохновляют 11 внуков и 16 правнуков. Ветеран Великой Отечественной войны, труда и многодетная мама пишет собственные частушки. Впервые она исполнила их, когда городу исполнялось 1143, а теперь готов подарок и к 1154-летию. Вместе с Владимиром Николаевичем, гармонистом муромского ансамбля «Хромка», они подготовили традиционные напевы. Город Муром, он повсюду славится, возле Муромы течет, о, как красавица! Город Муром, он старинный, мой очень молодой, в нем живут и новые русские, и народ такой простой. Глава Мурома Рычков и его люди хорошие, работают для Мурома от души. Впереди народное голосование и выборы победителя конкурса. Его ждет главный приз. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке фитнес-центра «Физрук», также при финансовой поддержке отдела бытовой техники и посуды «Рондл» в магазине «Владимир» и магазина одежды и обуви для подростков «Белая ворона». Регина Ломакина, Александр Симонов, Новости Мурома.